С добрым утром, малыши! Всем привет! В эфире наш «Покажи класс!» Ребята, посмотрите, какие интересные упражнения выполняет участница конкурса «Видео-селфи». Да-да, они сложные и в то же время очень красивые. Угу. И сама гимнастка тоже очень красивая. Браво, браво! Спорт – это сила. И сила, и красота. Да, не буду спорить. А ты не будешь со мной спорить, когда я захочу посмотреть стихотворный ролик? Степашка, смотри все ролики, какие хочешь. Как я могу тебе отказать? Ведь видео-селфи присылают самые талантливые дети на свете. Наши конкурсанты. А тут я с тобой спорить не буду. Правду говоришь. Все наши зрители способные, талантливые, умные, красивые, замечательные. Угу. А на кого мы посмотрим прямо сейчас? На Асель. Она читает стихотворение Сергея Михалкова. Вы послушайте, ребята, что хочу я рассказать. Родились у нас котята, их по счету ровно 5. Мы решали, мы гадали, как же нам котят назвать. Наконец мы их назвали 1, 2, 3, 4, 5. 1 котенок самый белый, 2 котенок самый смелый, 3 котенок самый умный, а 4 самый шумный. 5 похож на 3 и 2, те же хвост и голова. Тоже пятнышко на спинке, так же спит везде в корзинке. Хороши у нас котята, 1, 2, 3, 4, 5. Заходите к нам, ребята, посмотрите, посчитать. Умница, Асель! Спасибо тебе, ты отлично читаешь стихи. Да, а следующий ролик, Филя, тоже будет стихотворным. И наверняка ты знаешь, кто эти строчки написал. Вот послушай. А вон я дуб зеленый, золотая сена дубетом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по тебе кругом. Идет на плава, песни заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леси блюдет, лошадка на ветлях сидит. Там на виденных дорожках следы невиданных дверей. Избушка там на кулих ножках, ты без окон, без дверей. Ну-ка, Филя, признавайся, тебе эти стихи знакомы? Степашка, конечно, знакомы. Многие участники нашего конкурса любят рассказывать про Лукоморье. Ну тогда назови автора. Автора знают все. Ну а ты назови. Ой, не веришь ты мне, Степашка, а зря. Автор этих строчек – великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Это фрагмент из его поэмы «Руслан и Людмила». Ой, Филя, какой ты умный. Ну, умный, а ты разве не знал? Не знал, но догадывался. Теперь точно будешь знать, что у тебя умный друг. Умный и очень хороший. Девочки и мальчики, спасибо вам за прекрасные видео-селфи. В следующий раз мы покажем новые ролики с вашим участием. А на сегодня это все, друзья. Смотрите канал «Карусель». Пока-пока.